Физкульт-привет, друзья и ученики, с кем не виделся, кто еще не заходил ко мне на канал, в Инстаграм, с наступившим 2018 годом. Для кого 17-й был средненьким, для кого был плохим, для кого-то был хорошим. Для меня это был очередной год, друзья, год, который нужно было прожить, потому что основной смысл жизни у нас с вами просто жить, друзья. Кто бы что об этом ни говорил. И если вы вдруг, оглядываясь назад на прошедший год, а может быть и больше временной период, видите какой-то негатив, не думайте об этом как о негативе. Это самый главный секрет, с которым я хотел и делюсь постоянно с вами. По той простой причине, что у всех у нас с вами есть мечты, желания, цели. И когда мы думаем об этом, когда наше подсознание постоянно думает об этом, преследует эту определенную цель или цели, желания, мечты, тогда создается очень мощный поток энергии, даже если вы этого и не замечаете. И жизнь старается сделать все возможное для того, чтобы привести вас к этим целям, к этим мечтам, желаниям. И самое тупое, что только мы с вами можем сделать, это пытаться подсказать жизни, как это делать. Бывают такие случаи, и у меня в жизни это не раз уже случалось, когда ситуация настолько катастрофическая и на первый взгляд целиком и полностью негативная, что очень сложно найти что-то положительное в этом. Но, друзья, даже если вы логически не можете к чему-то прийти, все равно не пускайте в свою жизнь негатив. Поверьте, жизнь делает все возможное только ради вас. И чем больше вы улыбаетесь этой жизни, просыпаясь каждый день благодарны ей, отдаете себя как ребенок, вспомните вот это состояние, когда вы были детьми, когда мы все с вами целиком и полностью доверялись родителям. Так вот, жизнь — это такой большой родитель, которому нужно доверять. Не нужно его осуждать, и уж тем более не стоит проклинать. У каждого из нас свои цели, свои задачи. И если жизнь вас ведет как-то через тернии, то поверьте, обязательно к звездам. Если только вы своим негативом не будете мешать всему этому. Вот такое большое получилось вступление. Хотя сейчас я еду на тренировку, собираюсь прокачать, поприседать, скажем так, поработать над ногами именно только в приседаниях, а вот хорошенько поработать над бицепсом и трицепсом. Скорее всего, это тоже будет одно, максимум два упражнения на плечо. Не забывайте, что бицепс и трицепс являются мышцами плеча, а то, что все, большинство называют и думают, говоря о плечах, это мышцы дельт, дельтовидные мышцы. Но для большинства это не важно. Недавно заглянул на канал свой посмотреть, когда я его начал вести, потому что я был уверен, что максимум года 3. И что вы думаете, я был очень сильно удивлен, поражен, когда заметил, что 18 декабря было ровно 4 года, как я выпустил первое свое видео. Да, я был шокирован. Уже 5-й год, оказывается, мы с вами вместе ведем этот канал. И что еще для меня удивительно, то что по истечению 4 лет мы с вами приблизились к отметке 100 тысяч подписчиков. Да, это нереально, потому что мой канал для многих очень скучный, для многих очень грустный. Но я и не пытаюсь его делать развлекательным, хотя, возможно, и стоило бы. Я стараюсь все-таки доносить до вас тот полезный практический опыт и немного теории, с которым знаком сам, через что прошел сам. И за 2017 год очень неплохо продвинулся во многих вопросах. Написал 2 книги, одна увидела издание уже в прошлом году, одна вот чисто для инструкторов и для женщин, целиком и полностью посвященная женскому тренингу, питанию, восстановлению, выйдет уже, наверное, в феврале, увидит свет. Что я хочу сказать и посоветовать тем, кто думает, стоит ли начинать вести свой блог, вести свою группу. Стоит, друзья. Почему? Скажу на своем примере. Когда я создавал свой канал, у меня было просто очень много времени, и я решил поделиться теми знаниями, которые у меня были на тот момент. Создал канал, стал выпускать видео и был очень сильно удивлен, когда набрал 1000 подписчиков. Реально был просто очень сильно удивлен. Но что самое главное, я хочу донести до вас, до тех, кто хочет что-то заняться, делиться своими мыслями, опытом, теоретическими знаниями. Так это то, что вы, создавая какой-либо продукт, будете самосовершенствоваться. Когда я начал вести свой канал, мне пришлось очень много моих знаний обновить. Я не скрываю, я не могу, и как большинство нормальных людей, держать в голове огромное количество знаний. Да тем более это и не нужно в наш век, когда любую информацию, в принципе, можно найти. К примеру, зачем вам знать название каждых мелких мышц в вашем организме? Незачем. Вы можете это все всегда погуглить и найти. Но вот другое — заставить наш мозг думать аналитически, не шаблонным мышлением, не формулами решать какие-то задачи, как нас учат в школе, а именно доходить до всего самому. Это очень-очень полезный опыт. Помимо того, что пришлось обновить много пройденных знаний, я получил и очень много новых знаний. Я открыл в себе некоторые моменты, которые раньше просто спали. И, хотя многие считают это ересью, делился этим всегда с вами. Очень много, я считаю, полезной информации, которая родилась у меня в голове. Точнее, не очень много, а очень мало, но она эксклюзивная, и вы ее не встретите нигде на других каналах, или передачах, или книгах. О чем я говорю? К примеру, о рейтинге мышечных групп, о том, что нужно тренироваться натуралу, исключительно ориентируясь на силу, и строить свой план тренинга по минимуму. То есть минимализация для натурального атлета — это основное, потому что невозможно, делая огромное количество упражнений на одну мышцу, добиться какого-то положительного результата, потому что, во-первых, будет очень жесткая перетренированность, а во-вторых, вы будете распылять свои силы. Не как солнечный лучик через увеличительное стекло, да, который в одну точечку прожигает все, или как вода, когда капает капелька одной на камень, точит камень, пробивает камень. Нет, мы распыляем свои силы. И натуральный атлет должен понимать, сколько конкретно мышечных групп есть у нас, двигательных в нашем теле. И на одной тренировке давать по одному упражнению на каждую мышцу. Не думайте о том, что то, что говорит вам профессионал, тренирующийся на тренажерах, в тренажерах, как правильно сказать по-русски, который говорит, что капелька тренируется таким положением ступней в таком-то тренажере, а вот внешняя часть квадрицепса тренируется так-то. На самом деле это миф. Мышца не может сокращаться, цельная мышца не может сокращаться одним каким-то конкретным сегментом, каким-то отдельным кусочком. Это просто смешно с точки зрения анатомии. И таких вот моментов очень и очень много. Кстати, об этом я тоже читал у Яковины. Очень уважаю этого человека. Он сейчас ведет, на мой взгляд, лучший журнал, посвященный бодибилдингу, где встречаются очень умные вещи. Электронный журнал «Про статус». Всем настоятельно рекомендую. Там вы подчеркнете очень много полезной практической и теоретической информации. Мы с вами знаем, что исследования, на которые так все любят ссылаться, по своей сути в большинстве случаев в современном мире являются чушью. Ничем иным, как заказными исследованиями, либо преследующую ту или иную цель. Особенно, что касается спорта. Вы должны понять одну простую истину, что спортсменов на планете очень и очень мало. Вообще, если брать общее количество людей, тех, кто занимается спортом, а если брать еще отдельно сегмент бодибилдинга, то это вообще такая мизерная часть, что никому с точки зрения принесения прибыли, а вы знаете, что современный мир сейчас, чем бы ни занимался, это в первую очередь бизнес. И бодибилдинг в том числе. Поэтому никто не будет тратить огромное количество денег на исследования для того, чтобы осветить такой маленький сегмент бизнеса. Не то что маленький, а мизерный. И поэтому рождается огромное количество мифов. Те примеры, которые приводятся в исследованиях, что якобы, вот, к примеру, БЦА не работает, ну, для меня просто смешны. Берутся люди, которые вообще далеки от спорта. Берутся люди, которые штангу-то никогда в жизни не поднимали. И на их примере приводится нам пример, к примеру, что БЦА не работают. Да еще кем? Супермастером магии, перевоплощения, дрыщом. Притом, при всем очень сильно мной уважаемым Борисом Цацулиным. Но невозможно, друзья, воспринимать серьезную информацию о тренинге от Бориса. Ну, посмотрите на него, посмотрите на человека, который спокойно пьет пиво в кадре и говорит, что это никак не влияет на ваши эстрогены. Либо, конечно, у него очень много полезной информации, я сам его люблю смотреть просто для того, чтобы насладиться его манером давать информацию. Вообще, в принципе, у любого успешного человека всегда приятно и есть чему поучиться. Но вот вам конкретный стопроцентный пример. Борис знал, что у меня тоже проблемы со спиной, как-то он даже обращался ко мне с этим вопросом на начале своего пути, потом, естественно, он даже не отвечал на мои смс. Но все то, что помогло уже 1000 людей, вы знаете. И называя мою гимнастику эту, я, конечно, лукавлю, потому что это все-таки гимнастика из йоги. Об этом я, в принципе, тоже всегда говорю. Экстензии в начале тренинга, гиперэкстензии в конце тренинга и то, что нужно приседать обязательно. Все это, конечно, квинтэссенция знаний, опыта других людей, которые я собрал и преподнес. Так вот, я видел у Бориса конкретную информацию, где он с доктором, который никогда, наверное, больного-то такого не видел со спиной, утверждал, что экстензии, что гиперэкстензии, а в России говорят гиперэкстензии, подразумевают экстензию, потому что на самом деле то, что в России называют гиперэкстензией, когда ноги закреплены, а корпус двигается, это называется экстензией. Я раньше сам тоже совершал такие ошибки, но изучая учебники по бодибилдингу на английском языке, а вы знаете, бодибилдинг родился все-таки в Америке, англоязычный вид спорта, и первоисточники в любом случае на английском языке, я убедился, что экстензия – это экстензия, а гиперэкстензия – это когда ноги двигаются, а корпус закреплен. Но не суть. Суть в том, что оба этих человека, и Борис, и приглашенный врач, утверждали, что человек только навредит себе, выполняя, к примеру, экстензии, как они говорили, гиперэкстензии, если у него проблемы со спиной. А я вам говорю обратное, что чем серьезнее у вас проблемы с позвоночником, тем вам больше нужно делать экстензий и тем более гиперэкстензий. Это настолько быстро приведет вас в норму, что вы можете почитать уже не 1 тысячу благодарных отзывов, комментариев, когда люди не просто вернулись к обычной жизнедеятельности, да, что уже является большим достижением, а люди вернулись к большому спорту или даже просто к спорту, вернулись к приседаниям, к становым тягам. И о таких моментах говорить очень и очень много. И приятно. Я хочу поблагодарить вас, друзья, за то, что вы все эти 4 года, а многие пишут, что с самого начала со мной остаются на канале. Очень для меня это приятно. И самое приятное, что моя информация, которой я с вами делюсь, имеет для вас значение и помогает вам. Если вы являетесь моим хейтером или троллем, я тоже вам очень благодарен, потому что тролли и хейтеры — это самые преданные подписчики, поклонники, не знаю, как их назвать. Есть у меня самый преданный хейтер и тролль, он оставил, наверное, больше всех комментариев под ником ДЖ. Не знаю, что это значит. Двигай жопой, может быть, не уверен. И это не точно. Но он постоянно критикует меня, никогда ни разу не дав никакой обоснованной критики. И поэтому я не могу с ним нормально пообщаться, а хотелось бы, чтобы вот конкретно, если вы являетесь хейтером, или даже если вы не хейтер, а вот очень много людей пишут мне, что не согласны с тем-то или с тем-то. И я это очень уважаю и ценю, потому что я могу пересмотреть сам и теоретическую, и практическую точку зрения, и либо убедиться в том, что я прав, либо прийти к выводу, что я не прав. А только глупый человек может быть на 100% уверен, что он всегда прав и что он все знает. Я допускаю, что у меня есть определенные грехи в знаниях, в теоретических знаниях. С практикой я уверен на 1000%, даже если кто-то посчитает меня больным шизофреником. А вот что касается теории, да, это очень сложно, потому что ни медицина, ни один физиолог вам не скажет сейчас, как растут мышцы. Все это только теория. И что касается питания, почему питание действительно настолько индивидуально, как оно работает. Я вот раньше был уверен, что есть быстрые углеводы полезно по утрам. Был уверен, и была обоснованная точка зрения. Но потом мой друг, кстати, который не очень серьезно относится к тренировкам, но очень грамотный человек, уже много раз был в Америке как переводчик, при этом сам выучил английский язык, учит, преподает английский другим людям, очень даже, кстати, известным комментатором на Первом канале. Если кому интересно, обращайтесь, я дам вам ссылку. У него очень интересная методика и недорого. К сожалению, я никак не замотивируюсь, не найду времени, чтобы начать изучать английский язык. За что мне, конечно, большой минус. Так вот, вернусь ко всему тому, что хотел сказать. Мне Андрей как-то написал, сказал: Егор, а ты уверен, что вот почитай, есть такой Дэйл Макдональд, который является одним из ведущих американских специалистов в диетологии, изучает вопросы, связанные с инсулином. И когда я стал изучать его статьи, я действительно убедился, что выброс инсулина по утрам вреден. Вреден по-любому для организма. И уже очень довольно долгое время и сам, и рекомендую своим ученикам принимать быстрые углеводы исключительно, по возможности, конечно, только после силовой тренировки, либо интервального кардио. И вы видели на примере Тани с канала Т-джим, как это круто работает. Всего за полгода, даже меньше, за 5,5 месяцев, мы из ее и так хорошей формы сделали вообще просто прекрасную форму. О чем хочу сказать, друзья? Развивайтесь, развивайтесь. Если вы с чем-то не согласны, обязательно пишите. Но напишите конкретно, с чем вы не согласны и почему, чтобы я мог с вами конструктивно подискутировать, а не просто написав комментарий, что это говно. Не забывайте про мою закрытую платную группу. Сейчас в нее вступление стоит $250. Пока еще это льготная цена. Я считаю, что это недорого. Конечно, сумма приличная, но... Почему я говорю, что это недорого? По той простой причине, что я знаю, сколько стоит персональный тренинг, а в группе все-таки я на каждую новую неделю даю программы тренировок и для парней, и для девчонок отдельно. Когда мы с вами циклируем наши тренировки, основанные на принципе периодизации, различия мышечных волокон, и даже если исключить и не верить в различный тип мышечного волокна, что глупо, все равно это очень полезно, и 177 человек в моей закрытой платной группе могут вам это подтвердить. Вы в любом случае будете грамотно тренироваться, и $250 это очень-очень смешная цена за то, чтобы пожизненно получать грамотные тренировки, экономить свое время, не изучать, не заморачиваться. А я знаю, что большинство из вас занятые люди, работающие люди, семейные люди, и хочется как-то помогать. У меня очень много, вы знаете, информации, которая абсолютно бесплатна в статьях, в видеороликах. Я так отвечаю вам бесплатно, когда вы пишете комментарии на YouTube, либо мне в личку. Но группа – это все-таки квинтэссенция огромного количества знаний и возможность сэкономить вам ваше время, ваши деньги на изучение, на поиски хороших, действительно рабочих методик. Но вы знаете, что сейчас можно вступить бесплатно в эту группу. Что нужно сделать? Снимите ролик о себе. Но видео, пожалуйста, вертикальное, чтобы было. Вернее, горизонтальное, не вертикальное видео, потому что я не буду такое выкладывать. Постарайтесь, чтобы это был качественно снятый материал. Расскажите в приветствии о себе, о том, как вы тренируетесь, какие методики вам помогли, какие мои советы вам помогли, или что вам не помогло, если вы, к примеру, пробовали что-то и испытали на себе, что это не работает. Потом снимите вашу тренировку, желательно тестовую тренировку, потому что это будет в первую очередь полезно для вас. Вы знаете, что тестовая тренировка очень важна раз в полгода вообще для всех, чтобы понимать, есть ли развитие, есть ли прогресс, грамотно ли вы тренируетесь, питаетесь, восстанавливаетесь. Можно это сделать только с тестовой тренировкой, причем на 100%, как для парней, так и для девчонок. Снимите видео, пришлите мне, можно даже без монтажа, я сам все смонтирую. И за это вы получите абсолютно бесплатно доступ в мою закрытую группу тренировок. Друзья, я уже приехал к залу и побегу тренироваться. Всем позитива в этом 2018 году. Желаю, чтобы этот год стал для всех нас самым-самым продуктивным во всех наших творческих начинаниях, во всех наших каких-то семейных, личных делах и, естественно, грамотного вам тренинга. Но обращайте всегда в первую очередь внимание на ваши возможности. Возможности восстановления и питания. И только от этого уже стройте свои тренировки. Не пропустите, уже совсем скоро выходят ролики у меня на канале о периодизации в питании и тренинге относительно женского цикла. И буду делать серию роликов о грамотном минималистическом тренинге для натурально тренирующихся атлетов. А также будет большая серия роликов о том, как стабилизировать плечевой сустав, как тренировать ротаторные манжеты, потому что есть очень много упражнений, с которыми мы не знакомы еще. И в ближайшее время выйдет классный ролик о том, как вообще провести тест на подвижность вашего плечевого сустава. Можно ли вам делать жимы? Жимы сидя, с груди, из-за головы, и даже жимы лежа. И это будет очень-очень полезное коротенькое видео с маленьким тестом. Не пропустите его уже в ближайшее время. Спасибо всем, друзья, еще раз. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Увидимся в тренажерном зале. А кто хочет посмотреть прямую трансляцию моей тренировки, то буквально через 5-10 минут я уже снова буду в эфире. Всем пока!